Ну, такой своеобразный эффект. Я люблю тегать по всяким непонятным поверхностям, типа ржавых люков, рельс и так далее и тому подобное. Мне просто нравится фактура или сама поверхность, как сказать. Но обычный какой-нибудь унипейнт, либо любой там хромовый пилот будет выглядеть в 100 раз лучше, чем вот это вот расползлось. И как бы хуй пойми что. Так что под этот маркер нужно подбирать поверхности, чтобы смотрелось нормально. Ну, в принципе, кто любит такие похожие теги, тому, наверное, понравится. Я просто не любитель, поэтому не скажу, что мне зашло. Но сегодня купил перо сменное для него. Оно стоит 100 рублей всего. Так что остатки добью с обычного пера и посмотрим на него уже как на скидер обычный. Блять, пришлось зубами это делать. Перо для скидера купил, стоило что-то в районе доллара. 6 миллиметров, поэтому недорого. Этот на всякий случай оставим, мало ли когда-нибудь будет настроение потегать с такой насадкой, но это, конечно, вряд ли. Мне что-то совсем не зашло. Единственное, что пока тегал шариком, заправка практически кончилась. Поэтому, чтобы был маркер целый и показать, как он пишет с обычного пера, я решил его дозаправить. Ну, желтый у меня был только грок. Правда, я не знаю, подойдут ли друг другу заправки. И будет ли он после этого писать. Но мы попробуем. Грок у меня стоит уже давно, поэтому уже присох. Тут, наверное, еще треть молотого, остальное я долью просто гробом похожего цвета. Надеюсь, маркер это не испортит. И мы с вами увидим, как он пишет с такого пера. Ну что, попробуем. Вот с такого пера он пишет прям намного лучше. Мне прям больше нравится. Я сюда думаю Монтанова, у меня баллончики с резиновой приклеить. Будет нормально, да? Ну, сюда.
минус у такой заправки, потому что рано или поздно, по крайней мере у меня практически во всех маркерах, начинает сочиться чернила через щель, которая остается, вот когда закручиваешь. Либо я периодически плохо закручиваю, не до конца, либо она резьба срывается. Но у меня всегда с такими маркерами руки в краске. Она всегда начинает сочиться и пачкаться. А так, конечно, удобно. Открутил, залил, пошел дальше. Ну что, показал, как пишет, и шариком железным, и без шарика. Лично на мой вкус, с шариком полное говно, как бы мне не понравилось. С обычным пером пишет охеренно. Как бы, ну и течет, и линия прикольная. Короче, прикольный маркер с обычным пером. Купил его шариком, попробовал, если не подошло, за 100 рублей поменял перо. Используешь просто как маленький сквизер. Что удобно вполне. Тем более шарика может зайти, не зайдет. Может не зайдет, поэтому ну такой. Короче, рискнуть можно. Минимальная цена, если что, потеря. Поэтому пробуйте. Кому понравится, кому нет. Следующий обзор, я думаю, сделаю на поп-маркер с Алиэкспресса. Который много раз просили сделать. Потом что-нибудь, еще какой-нибудь маркер, а потом, я думаю, возьму еще Грок, который маркер тоже с железным носиком. Его тоже просили не раз попробовать. Я думаю, попробую и его. Покажу, как пишет. А так пишите предложение, что еще.